Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня мы с вами поиграем в Card 3D, Big Hunter, Boss 4, Champs, Bomber Friends, Minecraft, Scary Teacher 3D и Stand of 2. Ребятки, пожалуйста, не ленитесь, ставьте свои лайки, ну а также подписывайтесь на мой канал. А мы начинаем с самой первой игры. Так, вторая миссия. Погнали. Оп. А, все, тут нам главное не врезаться. Все, это настолько просто. Да, все настолько очень просто. Все очень-очень просто. Так, а сейчас. Так, газуем, газуем, отпускаем. Обратно газуем, 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 газуем. Бум! Ребята, ну, в принципе, четвертую миссию мы сейчас с вами тоже сейчас на изи выполним. И еху! Да, ребятки, выполнена эта миссия. Кстати, что тут вообще каждая карта. Каждая миссия разная? Или что? Да, вот сейчас то же самое, ребятки, смотрите, видите? Блин, третья миссия пройдена. Хорошо. Едем дальше. О, а сейчас нам желательно не врезаться, да? Так, отличненько, отличненько. Теперь давай в сторону уходим. Опа. Опа, 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 опа. Давай, давай, давай. Объехали машинку. Давайте мы еще эту объедем. Так, в сторону сворачиваем. Теперь поворачиваем и сюда вот. Опа. Ребятки, шестая миссия выполнена. Не забывайте предлагать в комментариях какие-то крутые игрушки. Я обязательно в них буду играть. Такое ощущение, ребят, что в этой игре объединили все. Потому что... Вот это вот, например, Parking Jump 3D. Да, вот эта вот игрушка, например, ну, похоже, конечно, на нее. Это этот вот отрывочек, да? Так, еще теперь. Это что за миссия теперь у нас будет? И еще выполним? Выполним или проиграли все-таки? Не, все-таки мы с вами выполнили эту миссию. Ребят, ну не знаю, долго мы, наверное, не будем в нее играть. Мы уже 9 миссий выполнили с вами. Вообще на изи, вот 10-я миссия. Так, ты сюда иди, ты сюда. И все, машина поехала. Понятно, ну это типа подсказка. Вот сейчас, ребят... Все должно было быть без подсказки. Так, ладно. Эта игрушка тоже, кстати, вот это именно вот этот вот кусочек напоминает игрушку там, где нужно было спасать животных. Так, отлично. Сейчас снова у нас банан. Так, хорошо, ребята, хорошо. И опа, ушел. Давай, следующий банан. Блин, блин, блинский. Оп, свалил. Есть, миссия выполнена. Все было довольно-таки просто. Давайте мы с вами выполним еще одну миссию. И все. Так, главное, не врезайтесь, не врезайтесь. И готово, ребятки, 13-я миссия выполнена. Ладно, давайте будем открывать другую игру. И это у нас Big Hunt. Ребят, 7-й день. Стараемся, конечно, его пережить. Итак, у нас нападает чувак. Ну как, чувак, это мамонт. Так, а как... Эй, ты, блин, ты можешь отступать или нет? Да, ты можешь отступать, хорошо. Опа. Блин, разок попали в бивни, отличненько, ребята. Так, нам нужно стрелять... Блин, нам нужно не в бивни стрелять, конечно же, нам нужно где-то в голову стрелять. Вот, вот так вот, например. Оп, а, Малёха, перелет. Так, все, отступаем. В ногу ему попали, но, ребят, у меня вот единственное, чего может не хватить, так это... этих вот, как его... Моих копьев. Блин, короче, сильный какой-то чувак, очень сильно попался. Смотрите, он этими рогами своими меня просто отталкивает. И все, так, я прям звук полностью скрутил. Я не хочу его полностью скручивать. Попал в него, попал. Ну, мама, это вообще очень жесткий босс какой-то, да? Ладно, давайте мы повторим еще разок. Так, нам нужно тогда целить ему в ноги, например. Блин, в бивни попал. А если мы... Ты все равно попал в бивни. Блин, что за прикол вообще? А если вот так вот где-то... Да я же попал ему в голову. Что за прикол вообще? Обратно попал. Капец, ребят, обратно смазал. Сложная игрушка. О, отлично, захедшотили мы с вами его. Хорошенько захедшотили. Давайте еще разочек так же сделаем и... Так, пока мимо, а вот так вот еще раз... А, он меня ударил. Ребят, сложная игра. Давайте мы с вами, знаете, что сделаем? Давайте мы вернемся, возвращаемся и выберем миссию, например, так, тренировка. А это вот я не могу открыть, да? 50 дней нужно пережить. Блин. Давайте вот, например, выберем тренировка. Так, нам нужно этого чувака подбить. А, это типа... А, с мамонтом типа сражаемся, да? Это вот такая как бы тренировочка своего рода. Ну... Как бы с этим полегче сражаться, потому что он не так своими бивнями машет, да, ребят? Смотрите, опа, мяу, и еще один разочек, оп, получай в голову. Так, у меня, в принципе, заканчиваются уже мои копья. А хотя они не заканчиваются, ребята, не заканчиваются. Так, еще один разочек. Вот если вот так того мамонта гасить, да, это было бы реально прикольно. Ладно, давайте постараемся, в принципе, того мамонта замочить. Давай, все. Ты будешь меня уничтожать или нет? Ну давай, все, отлично, он меня вырубил. Ребят, давайте еще разочек попробуем все-таки замочить того мамонта. Постараемся, конечно, это сделать. Так, тренировка мне неинтересна. Вот. Вот что мы проходим с вами. 7-й день, ребят, погнали. Так, ну, этот мамонт, он довольно-таки здоровый такой, конечно, чувак. Очень большой. Оп, в голову попали. Отличненько. Отлично, ребята. А если мы вот так еще раз сделаем? О, еще раз попал, да? Или нет? Так.
О, два раза даже попал. Так, хорошо, хорошо, хорошо. А мы вот так вот делаем. Оп, блин, прямо в пивни. Ребят, прямо в пивни. О, сейчас в голову. Отлично, у нас 14 еще есть. Выстрелы. Вот. На, получай. Так, отступай, чувак, отступай. Уже 12. Так, и... Опа, есть. Хорош. Ребятки, уже почти что больше половины жизни у него отняли. Ох, за ракетку. И он нас вальнул. Блин, я почти его уничтожил, ребят. В голову, когда ему попадаешь, очень жестко дамажит. Ладно. Закрываем эту игру, открываем следующую. Это, кстати, новая игра. Ну, тут вот эти вот первые 4, они новые. Это босс 4. И это получается у нас начало. Смотрите, нам сконструировали босса, который будет нами командовать. И что, это босс-молокосос какой-то? А что он его бьет вообще? Ладно, ребят, давайте будем смотреть. Я сделаю чуточку погромче. Так, все равно на меня это смотрится лучше. Понятно. Пришло время вашей мести. Короче, сейчас будем мстить боссу, да? Так, хорошо, карандаши. Так, мы купили карандаши. Нажмите, чтобы бросить карандашом в босса. А, что именно, в босса бросать? А, смотрите, ребят, мы прям в голову ему эти карандаши засунули, да? А, это стресс, ребят, это своего рода стресс. Так, вот, вот как бросать ему в него карандашами можно, смотрите. На, получи, блин, прикольно, это как Kick the Buddy, ребят, смотрите. Получай, босяка. Как много денег мы с вами зарабатываем, смотрите. Оп, 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 оп. Так. В голову ему, в голову. Желательно целить просто в него. Так, сейчас мы его уничтожим, ребята. Давайте вот так в одну сторону ему. На, получай. Так, это монетки. Эти монетки мы собираем. Так, отлично. Что мы еще можем здесь купить? Так, смотрите, можем купить что-то другое. Так, это что такое? А, не-не-не, это за донат, скорее всего. Так. О, бутылка. На, получай бутылкой в голову. Ха-ха, мы его уничтожили, ребята, вы видели? Так, ладно, он возродился, да, по идее. Это золото мы подбираем, ребят. За это золото мы с вами получаем, вернее, за это золото мы с вами можем себе что-то потом другое покупать. Так, отлично, давайте глянем, что тут еще есть такое интересненькое. Так, шары какие-то. Так, оружка. О, смотрите, ребята. Давай, давай, давай. На, получай прям в глаз. Все, мы его замочили, ребята, представляете, мы замочили этого босяку. Так, на, еще получай. Так, короче, кристаллики, сердечки какие-то, это мы все подбираем. Я думаю, что кристаллики нам еще пригодятся. У нас, ребята, очень много жизней. Так, как в него стрелять вообще? Вот так вот, наверное, да? Так, в голову ему стреляем. Так, а что это такое? Это что вообще такое? Это какие-то патроны или что? Ребят, не знаю. Короче, а в этих я не могу попадать, да? Только в босса попадаем, и все. Бедняжка. Мне даже, если честно, его немножечко жалко, этого босса. Так, босяка, сядь вот сюда вот. И давай, 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 все, стреляй ему прям в лоб. На, получай, получай. А чё он не погибает никак? Ребятки, он что-то не хочет погибать. Ладно. О, все, захедшотили мы его. Ладно, восстанавливаем, восстанавливаем. Это еще не все, ребят. Я еще хочу что-то использовать на нем. О, смотрите, какое здесь оружие прикольное есть. Арбузики какие-то. Вот давайте арбуз используем против него. Так, давай. Погодите, а как? Вот так? А, вот так вот в него. Вот так, об него. Бам! Бам! Арбузиком. Бам! По голове, ребят, смотрите. Бам! Это как бомбочки своего рода, да? Смотрите. Бам! Взорвалось что-то. Бам! Блин, прикольная игрушка, ребят. Ладно, давайте будем ее закрывать. Но сегодня в Scary Teacher мы будем с вами проходить Chapter 3, миссия Sparkling New Year. Открываем ее и погнали. Ну, давайте посмотрим тогда видосик. Ребятки, я постараюсь вам как можно подробнее объяснить вообще, как проходить эти вот данные миссии. Потому что, ну, у меня есть много денежек. И когда там что-то нужно найти, я просто беру это и покупаю. Постараемся пройти, ребят, эту миссию. По-моему, что я еще ее не проходил. Ладно, училка зашла домой. И мы сейчас смотрим. Так, find a rope. Найти веревку, ребятки. Без проблем. Так, rope is placed on the table on the right side of the house. Короче, она находится на столе, на правой стороне дома. То есть справа. Мы с вами покупаем, ребятки. Это веревка. Дальше, что нам нужно? Дальше нам нужно tie the rope with firework. Понятно, привязать веревку к фейерверку. Фейерверк расположен за домом. То есть, ребят, за домом. Это значит, нам нужно идти вот в эту вот сторону. Просто, знаете, вам нравится Scary Teacher. Ну, если вам нравится Scary Teacher, ну, значит, я буду играть в него, да? Я играю в основном только те игры, которые вам нравятся. Да, ну и которые нравятся мне. Firework где-то вот здесь вот должен находиться, ребятки. Так, за домом. Скорее всего, что за сауной вот этой вот. Опа, вот тут вот где-то он должен быть. Да, ребятки, все верно. Так, нам нужно привязать это все к этому фейерверку. Так, вот сюда вот. Опа, все, привязали. Дальше, ребят, смотрите, что нам нужно сделать дальше.
Make a food trap. Угу, хорошо. Tap on the rope to make food trap. Так, я понял. Значит так, нажать сюда и сделали make trap. Все, food trap вернее. Дальше, cover. Угу, нам нужно теперь это все прикрыть, ребят. Нам нужен снег. А вот и, в принципе, снег. Так, это вот ведерочко, ребятки. Берем его. А, нет, стоп, ребята. Нам нужна лопата еще. Да, нам нужна лопата. А вот теперь мы с помощью этой лопаты, короче, насыпаем снежок. Быстрее, блин. Быстрее, потому что она сейчас меня спалит. Она сейчас спалит мою контору. Так, ребята, посыпаем, быстрее. Короче, ладно, она нас поймала, типа. Не беда, ребят. Короче, игрушка что-то протупила, потому что училка не должна была прийти еще. Еще рано приходить. Все. А вот теперь, ребят, мы, в принципе, все с вами сделали. То есть все довольно-таки просто. Получается, что для начала мы с вами... Что мы там нашли? Нашли веревку, потом мы привязали веревку к фейерверку, потом мы нашли типа лопату, все присыпали снежком и убегаем отсюда. И сейчас, друзья, начнется видео. Сейчас посмотрите, как она улетит вообще в космос. Смотрите. Оп. А ну-ка, поджигай. Та-дам! Все, прощай. Ребят, миссия выполнена. Это, кстати, самая последняя миссия в третьей части. Да. Короче, каждый из вас может ее легенько пройти. Просто на изи. Ладненько, ребятки. Давайте будем тогда закрывать эту игрушку. Открываем другую. И это, друзья, у нас Чемпс. Нажимаем на старт и погнали. Я так понимаю, что нам выбирается противник. А, не, мы выбираем бойца, за которого мы будем играть. Ничего себе, смотрите, какие они прикольные. Так, давайте мы с вами выберем, знаете кого? Либо белый медведь, либо горилла. Давайте белый медведь. Так, ну все, выбираем его. Это Тедди. Так, с кем ты будешь сражаться, Тедди, Мишка? Смотрите, какая присуха. Зверь, просто зверь. Ладно. Кто будет мой противник? Так, your turn. Нажимаем сюда, старт. А, теперь что нам нужно делать? А, нам нужно попадать. Мы типа тренируемся, ребята. Мы тренируем нашего Тедди. Отличненько. Смотрите, как он попадает. Прям четко попадает. Опа, опа. Есть. Так, с ноги даже попадаем. Ничего себе. Смотрите, бам. А, провести нужно. Я понял. Еще раз. Опа. Есть, все отбивает. Красавчик, просто молодец. Так, final wave. Оп. Блин, ё-моё. Чё за прикол? А, все-таки прилетела, наверное, одна ему в голову, да? Хотя нет, вряд ли. Так, ладно, погнали дальше. Continue. Ну что, сейчас будет бой? Да, ребят, наверное, сейчас будет настоящий бой. Так. Миссия первая. Ну что, давай. А, сейчас сразимся с Джаг. Ну, типа Ягуар, да? Типа Джагуар, да? Давай. Оп. Так, бьем по голове ему. Так, ну а. Давай. Блин, пробиваем его, ребята. Так, с головой вообще вальнул его. Так, хорошо. А где мое здоровье? Так. А, вот. У меня здоровье там было с другой стороны. Так, все, я понял. Есть, ребят, мы его замочили. У нас Тед второго уровня. Он прокачался, он стал еще сильнее. Это хорошо, ребятки, это очень хорошо. Давайте мы с вами тогда, наверное, проведем еще какой-то бой. Нажимаем play, your turn. О, тренировочка, да? Ладно, давайте мы тогда потренируемся немножечко. Так, раз, смаз... Ой, тут бомбочка еще есть. Оказывается, вон, это жестко. Жесткая треня уже, ребята, очень жесткая тренька. Так, все. Комплит. Опа. Блин, ай. В бомбу главное не попасть, ребят. Главное не попасть в эту бомбочку. Так, теперь вот так вот. Опа! Есть! Все отбили теперь. Красота. Так, это мы поймали. Ребятки, чем-то игрушка напоминает... помните, раньше была такая игра, там, где нужно было фрукты резать? Вот эта игрушка мне реально чем-то напоминает. Такую игрушку. Так, все, отлично, мы все отбили. Сейчас будет, ребята, наверное, сражение, мне кажется. Блин, прикольная игрушка, мне нравится. Так, ну что, давай. Давай сразимся. Так, result. Интересно, кто сейчас будет мой противник? Тедди второго уровня против. Разминайся хорошенько. Против обратно Ягуара, серьезно? Так, ну Ягуар у нас первого уровня. Ну, значит, сейчас я тем более должен уже его отдубасить. Мне кажется, так, на, с голов... по голове ему дали, да, ребята? Так, давай. На, еще раз по голове. Оп, а он еще блокирует удары, ребят. Он еще блокирует удары, оказывается. Давай, на, вот это суперудар мой был мощный. Отлично, я его замочил. Ладно, ребят, давайте будем тогда, наверное, открывать с вами другую игру. Ну, а следующая игра, в которую мы поиграем, называется Bomber Friends. Ребятки, это, получается, онлайн-игрушка. Играем мы с тремя противниками. Постараемся, конечно же, их всех уничтожить, ребят.
Ой, смотрите, что сейчас будет. Сейчас будет бум, взрыв. Опа, получай. Все, а я думаю, его заминировали. Да, ребятки, мы его заминировали. Это очень хорошо. Так, берем теперь эту штучку, теперь берем вот эту штучку, теперь вот эту и бежим наверх. Бежим, бежим. Так, остался еще один чувак, получается. Угу. Хорошо. Хорошо, в принципе, ребятки. А, все, мы выиграли. Отлично, первая катка, первая победа. Давайте с вами тогда, может быть, может, еще одну качку сыграем. Так, забрать наше вознаграждение. Постараемся и сейчас выиграть. Так, отлично, капчики ставим. Ой, вернее, не ставим, а подбираем капчики. Good game. Давайте мы так его заминируем с вами немножечко. Так, сейчас произойдет взрыв. Бам, 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 бам. Опа, 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 опа. Так, у нас уже с вами есть щит. По идее, этот щит должен нас с вами спасти. Вот так вот, хоп. Так, все. Это кто поставил? Это вроде бы я поставил, ребята. Но щит спасает только на время. Так, все. Блин, чувак не успевает просто ставить бомбы. Не успевает ставить бомбы. Ай! Чё за прикол вообще? Чё за прикол? Ладненько, на, получай. Так, отлично, сейчас будет взрыв. И, а, все, мы попали с ним. Ё-моё, бай. Ладно, мы погибли, ребят. Мы самоликвидировали с вами. Давайте мы проведем с вами тогда еще один бой. Ну, получается, это был не самый позорный результат, потому что все-таки там один чувак погиб. Надеюсь, что хотя бы сейчас мне повезет, ребят. Ставим бомбочку вот сюда, вот. Хотя можно было ее вот сюда вот поставить. Так, вот сюда ставим ее. Оп, та-дам. Отлично. И подбираем эти вот всякие плюшечки. Так, отлично. Мы сейчас, ребятки, с вами дойдем до этого чувака, постараемся его грохнуть. Так, все, побежали, 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 побежали. Оп, все, замуровали его. Оп, вот это красиво было. Так, все, взрыв. Отлично. Так, ребятки, теперь берем эти штучки всякие. Еще бомбочки можно подобрать. Так. У меня бомбочка, кстати, намного мощнее, чем у того чувака. Даже очень мощная бомбочка. Опа, мы так ее поставим. Так, ай, блин. Блин-блинский, у него тоже мощная, кстати, бомба, ребят. Даже очень мощная. Оп, на, получай, чувак. Так, мощный взрыв. Мощный взрыв, очень мощный взрыв. Так, берем эту штучку, теперь берем эту штучку, берем эту штучку. И идем его минировать. Так, вот так вот ставим ее. Все, отлично. Так, отлично, ребята, и нам нужно с вами щит еще найти. О, вот так, чувак, блин, не попался, к сожалению. К сожалению, не попался. Так, у него есть щит, ребята, это хорошо. Ой, вернее, это плохо, что у него есть щит. Так, может быть, сейчас рванет. Щит его спасет. Нет, щит его не спас, ребят. Мы с вами выиграли. Отлично, три катки сыграли, две выиграли. Следующая игра, это у нас стендофф, ребята. Играть мы будем за террористов. Блин, и чё, я снайпером играю? Вы чё, прикалываетесь? А, нет, стоп, ребят. Мы с вами играем не за терроров, мы с вами играем... А, нет, все-таки мы играем за террористов. Блин, печально. Так, ребят, вот тут, короче, чувак сидит. Блин, ну ё-моё, вы что издеваетесь? Зачем мне вообще дали снайперку? Ребят, я вообще ненавижу снайперку. Мне она не нравится, да. Я согласен. Если попасть, например, вот с снайперкой, то тогда, конечно, все сразу, грубо говоря, кресты получаются. Но, ребят, это еще нужно попасть. Так, ладно, ладно. Давайте подождем тут. Давайте дождемся, пока кто-то вылезет, и мы просто шмальнем в него. Интересно, кто... Блин. Опа! Есть! Красиво. Красивейший хедшот, ребятки. Прикрывайте мои тылы, я тут буду выносить всех. Всех, кто будет пробегать. Опа! Есть! Красиво, ребята. Это было реально мощно. Так, давайте, ждем, ждем, ждем. Чуваки, пробегайте, пробегайте. Снайпер занял свою позицию. Третий хедшот. Блин, уж прикрывайте мои тылы, вы чё, прикалываетесь. Так, хорошо. Ой, стой, 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 стой. Прям впритык подошел. Ну, ребят, у них, конечно, оружка не такая, как у нас, да? Да, у них немножко не такая оружка. Так, ладненько. Мне их оружие, если честно, нравится немножко побольше, чем снайперка. Ай, 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 где ты, где ты? Блин, не того стрелял. Смотрите, он прям спамнится в том месте. Блин, чувак, да что, прикалывается? Он прям пришел к нам на территорию. На, получи, блин, подстрелил, короче, того чувака, да? Ребят, ладно, давайте мы с вами тоже вот держать вот такую вот позицию. И если кто-то будет сюда приходить, мы просто будем его выносить. Кстати, стендофф играю исключительно по вашей просьбе, ребятки. По вашей просьбе играю. Так, потому что вы захотели. Оп, есть. Красиво, да, красиво. Я ему прям в голову попал. Так, что такое? Спецназ победил? А чё меня закинули, типа, туда, где уже там почти конец был боя, ребят? Я вообще не понял, почему так произошло. Ладно, ребятки, давайте мы тогда уже будем, наверное, закрывать стендофф. Сорян, что я играю его
ну, грубо говоря, поиграл 2 минутки, либо сколько. Потому что, ребятки, следующий икон нужно ждать очень долго. Мне не хотелось бы этого делать. Открываем тогда последнюю игру на сегодня. Это у нас Майнкрафт. Друзья, сегодня в Майнкрафте мы с вами поиграем в Skywars. Не обещаю то, что мы продержимся очень долго, потому что, ну, в Skywars я нубик, ребят. Но я вообще нубик в Майнкрафте, если вы не знали. И я смотрю, где же сундуки, которые я сейчас буду лутать. Где они попрятались? У нас должно быть с вами... Сколько? 3 сундука. Ну, как минимум. Так, все, быстренько подбираем такие вот вещички. Опа. Так, хорошо. И одеваем штанники. Так, у нас уже есть хоть какая-то броня. Погнали, быстренько будем, ребятки, открывать другой сундук. О-о-о, отлично. Так, отлично. Ай, блин! Чё, он сразу на меня напал? Он сразу на меня напал. Так, яблоко нужно съесть. Яблоко съел, и он меня столкнул. Вот, блин, вот гад, ребят. Реально, давайте попробуем еще раз. Прям сразу взял и замочил меня. Ну капец, ребята, да, я нубик в этой вот игре. Я не спорю. Мне даже, ну как, мне было немного обидно, то, что он прям взял и на меня напал. А сейчас будет еще жестче, ребят. Тут вообще, смотрите, сколько чуваков. Так, подбираем только самое важное, и все. Ботиночки одели. Так, дальше, следующий сундук. Вот это вот берем. Так, рыба. Так, все, рыба это ерунда какая-то. Так, одели. Дальше, спускаемся сюда. Спускаемся быстрее, быстрее, быстрее. Тут у нас есть еще один сундук. Так, отлично, шляпа. Сейчас мы это все. Оденем с вами. Ай ты, блин! Отстань, отстань, отстань! На, 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 получи, получи, получи! Замочил обратно меня, ребят. Ну вы видели, ну что такое вообще? Смотрите, я второй, кого замочили. Да, вообще. Класс. Просто супер. Ладненько, ребятки, на этом свое видео буду заканчивать. Кому оно понравилось, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока!